Своим талантом в решении каких-нибудь обычных житейских ситуаций. Были у вас такие случаи, что вас талант спасал? Можно вам услышать? Я считаю, что я считаю себя артисткой не по специальности, а по призванию, поэтому все, что я делаю талантливо. Правда, самое главное с вдохновением и с любовью. И это то, что я хочу передать всем окружающим. Даже участвовала в премьере оперы Гиля Шохота «Альфа и Омега». И у меня было несколько арий. Есть оперы и есть арии. Просто я обычно... знаете, я пою на иврите, когда я пою концерты за границей. Потому что для них это экзотика. Это и для них интересно. А в Иерусалим я стараюсь привести то, что будет интересно нашей публике. Она очень образованная, наша публика. И то, что они не могут услышать регулярно, часто в концертах. И практически сегодняшняя программа, она новая. Ну, наверное, на 95% новая программа подготовка. Стать вашим учеником, это нужен особый талант или любой желающий конечно, может стать? Нет, нужно иметь, конечно, талант. То есть любой желающий может учиться, чему он хочет, чему он желает. Но можно брать уроки, но моя школа, это на самом деле это Интернациональная академия вокального искусства. Эта школа, эта академия, она также проводит концерты. Организовывает концерты для молодых и талантливых исполнителей. Я уже не считаю себя молодой исполнительницей. У меня, правда, очень большой широкий опыт работы и репертуара. И я очень много ездила и работала с лучшими, гениальнейшими абсолютно людьми вокального мира, скажем так. И теперь я считаю своим долгом и своим предназначением помогать молодым певцам состояться и передать им тот опыт, который у меня есть. Поэтому учиться, брать уроки может любой желающий, а вот выступать могут только талантливые.